В данном случае, в этом в общепринятом смысле, я говорю, реальность, она реально, типа того. Она, да. Она есть, да, куда есть. Позиция, в которую ты как бы веришь, или которую ты, ну, какая-то, которую себе носишь, или что-нибудь. Вот. Неважно, любая позиция, если ты ее продолжишь, она будет меняемой рано или поздно. Даже в реальности, да. Потому что в самом православии тебе то же самое скажут. Ну, да неважно, не знаю, в любой религии тебе скажут. Такой нельзя. Так убитых не очень хорошо. А так вообще. Ну я к примеру. Потому что есть. Я все равно всю жизнь это делать будет. Понимаешь? Так даже ты в религию придешь, тебе все равно скажут, надо разбираться самому. Да, то есть, ну, типа того. Это как в фирме. Что будем делать? Будем улучшать товары или нет? И в религии. Вечный, что ли? Детском. Да, то есть даже унынию нет места, по сути, понимаешь? Либо время что-нибудь накосячил, приуныл, потом так нормально. Принимает все меры для сохранения жизни мирных граждан. 26 февраля вооруженные силы Российской Федерации нанесли еще один удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного. В настоящем времени российскими вооруженными силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры. Я как хороший человек. Вооруженных сил Украины. 3 радиационных поста. 31 зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны С-300, БУК-М1, ЕСА. 48 радиационных станций. Сбиты 8 боевых самолетов и 7 вертолетов. 11 беспилотных летательных аппаратов это ворчат, блин. И 2 тактические ракеты .У. Все надо. Уничтожены 223 танка и другие боевые бронированные машины. 28 самолетов уничтожены на земле.
39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов. Также 143 единицы специальной военной автомобильной техники. Средствами ПВО ДНР уничтожено 5 ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» украинских войск. Об этом сообщили в Народной милиции республики. Украинские войска применяют запрещенное вооружение практически на всей линии фронта. За минувшие сутки погиб один мирный житель, четверо получили ранения, разрушено 36 домов. За ситуацией на месте следит наш специальный корреспондент Станислав Бернвальд. Ежедневные обстрелы продолжаются, их интенсивность нарастает днем, меньше становится вечером. Но вот сегодняшняя ночь была очень громкая. Киевский район вновь подвергся систематическому обстрелу тяжелой артиллерии. Как сообщают очевидцы, работали гаубицы 122 миллиметра. Ну и за прошедшие сутки в результате обстрела украинских войск Донецкой Народной Республики погиб один мирный житель и 4 раненых, в том числе ребенок. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю координации режима прекращения огня. Вчера Донецкую Народную Республику 4 раза пытались обстрелять тяжелым вооружением, таким как «Точка-У». ПВО Донецкой Народной Республики перехватило 4 ракеты. Они были сбиты в небе над Донбассом. Одна из них приземлилась в огород к местным жителям недалеко от границы с Россией. Свистнуло, бухнуло, и вот здесь у соседа вот через забор, через метр пламя пошло. Ага. Выбежал, глянул, стали кричать, чтобы они поднялись. Они уже поднялись. Ага. Детей на пол, в общем, в разных комнатах. Да кто что думал, это было еще 5 часов не было, где-то без 15 или без 10. Вот это... Тут же никогда не стреляли. Украинская армия прицельно стреляет не только по жилым кварталам города, они целятся и в социальную инфраструктуру, и в инфраструктуру жизнеобеспечения, такую как, например, газовые подстанции, водонасосные станции. Основной проблемой сегодня является отсутствие воды в ряде районов города. Это сделано целенаправленно украинскими боевиками. Перебита артерия, снабжающая водой миллионный город. Наши ремонтные бригады выходят, чтобы устранить эту аварию, но по ним также открывается прицельный огонь, чтобы не допустить это. То есть помимо военной агрессии, еще и нас хотят подвести к гуманитарной катастрофе. Где-то 80% города сейчас находится без воды. Дело в том, что вот в том же Киевском районе, недалеко от аэропорта, проходит большая водоносная труба, которая была повреждена, ее вырезали, поставили. И буквально на следующий же день украинская армия вновь стреляла по этому объекту. Как говорят очевидцы, стреляют конкретно по тем координатам, которые отрабатывали в 2014-2015 годах. Прилетает именно туда. Станислав Бернвальд, Андрей Потапов, Андрей Руденко, Олег Бондаренко. Вести. Донецкая Народная Республика. Украинские военные при отступлении разрушают все на своем пути, открывают огонь по жилым домам, минируют местность, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. В результате удара украинской тактической ракеты по нефтебазе один человек ранен, сгорело около 300 тонн дистоплива. На месте событий побывал наш специальный корреспондент Николай Долгачев. Горит нефтебаза в городе Ровеньки. Это от Луганска в сторону российской границы. Людей эвакуируют. Пролетело что-то над головой. Бабахнуло. Раз, второй раз. Женя упал на пол, накрылся с одеялом. Меня закрыло. Кинул на пол. Сразу огонь вот этот. Точно можно сказать, это она. Украинские силовики бьют по гражданским объектам. Сбили ее противоракетой, но на уже последнем этапе полета разбросала кассеты. Нанесен, но поскольку точку сбили, ущерб гораздо меньше, чем мог. Скоро вернутся в свои дома, нефтебазу к утру потушили. Слушайте. Где и нет, снабжение идет в штатном режиме. Ракетные удары в тыл не меняют положение на фронте. Народная милиция с боями идет вперед. Уверен. Что будет все хорошо теперь. Да. Хуже, чем было, уже не будет никак. Прекратить.
Долгачев, Азат Атагонов, Геннадий Корнеев, Вести, Донбасс, Луганская Народная Республика. Система SWIFT готовится исполнить решение стран Европы, США и Канады о введении санкций против ряда российских банков. Об этом сообщил сегодня ранее телеканал NBC. Сейчас представители системы изучают, которых они должны ввести соответствие о том, что российские банки, которые уже попали под санкции, будут отключены от системы SWIFT, заявили в Белом доме. Премьер Британии Борис Джонсон назвал это решение первым шагом к исключению России из глобальной финансовой системы. Чем угрожает Москве, узнал Александр Хабаров. Евросоюз, Франция, Германия, Италия, США, Канада и Великобритания выступили совместным заявлением, в котором угрожают дальнейшими финансовыми и экономическими карами в адрес России. Объявлено, что специально для этого будет создана трансатлантическая рабочая группа, которая займется поиском и заморозкой активов, принадлежащих компаниям и частным лицам. В продвижении антироссийских санкций особенно усердно действует правительство Великобритании. Лондон продолжает настаивать на отключении России от международной банковской системы. В свежем заявлении западных союзников говорится, что от этой системы Спасибо. Будут отключены не все, но некоторые избранные российские банки. Мы привержены обеспечению того, что определенное количество российских банков будет выведено из СВИФТ. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и повредит их возможности работать на мировой арене. На Западе также договорились о том, чтобы ограничить доступ россиян к так называемым «золотым паспортам», полученным в обмен на инвестиции. Издание Sunday Times пишет о том, что в британском правительстве готовят новые списки богатых русских, в отношении которых будут приняты санкционные меры. Грозные заявления делает министр иностранных дел Ли Страсс. Мы придем за вами. Британские власти, так же как и Вашингтон, очевидно считают себя бенефициарами сложившейся ситуации. Во всяком случае, конфликт на Украине полностью затмил политический кризис самой Великобритании. К делу привлекли даже членов королевской семьи, которые по статусу не должны вмешиваться в политику. Принц Уильям и его супруга Кэтрин сделали неожиданное заявление через Твиттер. В октябре 2020 года мы имели честь встретиться с президентом Зеленским и первой леди Украины, чтобы узнать об их надеждах и оптимизме в отношении будущего Украины. Сегодня мы поддерживаем президента и весь народ Украины, которые мужественно борются за это будущее. В Лондоне потирают руки, но не все так просто. Понимаешь, как смешно, жизнь-то ведь одна. Что ты оставишь на президент? Да. Ее надо прожить, как бы, хорошо, как-то так, да. Лучше уж, по крайней мере, точно. Не по инерции уж, не как-то, да, в созидании нет, наоборот, да. Ну, не знаю, тогда. Германия, с одной стороны, пытается минимизировать риски, но при этом правительство ФРГ заявило, что Украина затратила оружие и переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». В этой ситуации наш долг – максимально поддержать Украину в ее способности обороняться. Отправлять вооружение на Украину обещают Нидерланды и Франция. Эта война будет долгой, и все сопутствующие ей кризисы будут иметь долговременные последствия, поэтому мы должны быть едины и готовиться к трудностям со всей решимостью. Об усилении военной помощи киевскому режиму сделал глава Евросовета Шарль Мишель. Оборона на Украину. Сейчас снова о запланированных переговорах между Россией и Украиной. Напомним, Киев сам выбрал место, белорусский город Гомель, неподалеку от своей границы. Теперь вот, судя по поступающим из офиса президента Зеленского сообщениям, ехать на переговоры вроде как передумал, мол, только не в Белоруссии. Наш корреспондент в Минске Анастасия Саховская с нами на связи. Анастасия, приветствую. Российская сторона тоже дала понять, ждут до 15 часов. Так будут переговоры или нет? Понятно становится что-нибудь? Да, Дмитрий, добрый день. Пока действительно из очевидного есть только дедлайн, правильно вы сказали, 15 часов по местному времени, по минскому времени. Оно, напомню, совпадает с московским. Находимся мы сейчас в российском посольстве в белорусской столице, в Минске. Именно здесь сейчас находится официальная делегация переговорщиков от России. Здесь работают члены делегации, здесь создано что-то вроде оперативного штаба, и ежеминутно обновляются новости, но вот действительно
как вы правильно сказали, по последним сведениям, президент Украины Владимир Зеленский пока отказался от переговоров с российской стороной в Белоруссии, хотя, разумеется, надо сказать, что совершенно не зря приехали именно сюда российские официальные переговорщики, потому что накануне украинцы вышли с инициативой провести переговоры, и сразу же была сформирована делегация, возглавляет ее помощник президента России Владимир Мединский. Также в делегацию смотри, даже не важно, кто что верит, потому что если бы, вот если что-то есть, то спорить не о чем, понимаешь? Да. То есть это и есть, вот где это? Вот говорят, верю во что-то. И религиозные люди тоже так же говорят. Смотри, то есть они говорят, мы верим в Бога, но его как бы не видно, там, бла-бла-бла. Или мы верим в Кришну, но его как бы, типа, нет, у него есть какая-то энергия, которую тоже никто не видит, в принципе, да? Которую как бы мы, типа, ощущаем, или что там, да? Ну, и что ты ощущаешь? Ты что, целка, что ли, какая-то? Что там ощущаешь? Работает? Это все ненормально, это мужчины не должны вообще, у них вообще не должно, ну, у нас, как у мужчин, этого вообще не должно быть, понимаешь? Либо оно само, либо это как бы, то есть это не активная фаза, как минимум. То есть смотри, ну не важно это. То есть ты как мужчина про это вообще не должен думать, это вообще, да, и говорить про это как бы грех, получается так, да. То есть потому что это не стоит вообще никакого труда, если даже это есть, понимаешь? Если это, да, ну, не важно. Это, ну, короче, и еще проще, смотри, это верование, а верование это, оно было бы, если вот оно есть, то оно есть, понимаешь? Не понимаю, ну, да. Не важно, верование. Да. Тема верования отличается от реальности, понимаешь? И даже в любом веровании, которое нормально, которое не становится злым, понимаешь? Ну или не сильно злым. Они все, по сути, злые, потому что они все сумасшедшие. Да, в любом веровании, которое сильно злым не становится, и более-менее, как бы так, побольше примеси реальности, в котором они говорят, ну надо еще и жизнь жить обычную, говорят, да. Да. Ну только в меру. Потому что если я не буду так говорить, то, ну понял. Но меня не касается. Да. Еще более честно это, потому что вы пришли в это верование, потому что вам слабо жить нормальную жизнь. Или наоборот, вы слишком сильная баба, поэтому. Ну, да. Слишком сильная, умная, большая, моржовая. Слишком важно какое. Мужеподобное. Да не суть разговора. Ты все равно как бы любая женщина не сможет мужскую жизнь прожить просто потому что она не мужчина. Это, мы не будем уже в этом. У тебя одна единственная жизнь. Может проще ее жить как бы более естественно, как она есть. Женская, покладистая, радостная, хорошая, мягкая, доверчивая. Да, любимая, без всякого ножа за пазухой, без ядовитых, без холодной спинной кожи, да. Лягушатин, да. Родной просто, да, тебя вообще никто никуда не нас тогда, че? Да, грешно будет даже думать, что ты как бы мужданка была какой-то, понимаешь? То есть мужики как, да, понимаешь, да. Ну это не надо, видишь, ты уже условия, цель уже поставила себе, да, понимаешь? Цель это мужской, это мужской, моржовый, короче, да. Ну, не знаю уж, думается, да. То есть, да, без характера, просто само по себе намного проще все, понимаешь? То есть даже слова не нужны, да. Много естественно, да. Ну да, простота такая. Простота это мужская или женская? Ну да. Ой, да блин, да что вы говорите, да, вы понимаете. Да. Куда уж проще. Да. Что сказали, то дело как солдатом, все, да. Ну, спрашиваю, да. Что сказали, я думаю, то и думаю, вот и все. Любите и верить. Ну, ты понимаешь, как бы, ты вообще, почему меня слушаешь? Где твой муж? Да. Ну, я не осуждаю, ничего такого нету. Просто, да, у тебя муж, смотри, у тебя муж, правильно, твоя голова, ну, да. И он не только финансовую ответственность за тебя несет, и не только, как бы, да, романтизм, да, и все, это не важно. То есть ты с ним полностью жизнь разделяешь, а я-то здесь при чем, что ты, как бы, да, понимаю, да, во всех смыслах. И это как бы не просто, это как-то мерзковато как-то. Даже если ты там Аркадий Райкин или Пушкин какой-нибудь, который там влюбился в чужую жену, как бы это мерзость все равно, как бы в чужой диван влюбился и вошел в живет слезы, и ты, да, понимаешь. Так не делается, понимаешь. Да. Это мерзость на тебе будет, как на мужике, понимаешь. То есть ты же соблазнил ее там и так далее, да.
То, что она вырезала, это ее проблема, да? Да, да, да. То есть это, ну и что, тебе полно, что ты за них, вот понял ты меня уже? Нет, да, да, да. То есть это неинтересно. То, что женщин свободных, как бы, или квазисвободных полно, и на глазах чужие жены ходят там туда-сюда. И опять же я говорю, это не осуждение, просто, да, то есть это как бы проверка на твою бдительность. Тебе надо жить или нет, как мужчине, да? И все, и точка, понимаешь? Дальше нет. В принципе, да, да, понял ты. Да. Если ты прочитаешь Библию еще раз, там прямо открытым текстом это написано. Если ты верующий такой, да. Я просто, ну, да, да, да. То есть мужская тема — это влюбить, как бы влюбить себя, или как в себя, или как сказать, ну да, просто достичь, соблазнить, ну типа, ну не соблазнить, зачем, да, просто достичь, как бы покорить, пообещать звезды, вообще все на свете, просто ручки поцеловать, ножки там взять на руки и забеременеть, и все, то есть, ну это какая-то чужая жена, понимаешь, то есть это жена, понимает, да, Александр Сергеевич, здравствуйте, вы ли это, да, это сейчас спрашиваешь, чем он 30 лет издал, то есть, да, то есть, и так люди поступают, когда им жизнь уже не мила, или когда они русские, одно и то же, что мы здесь одно и то же, да. Потому что жить — это работать для мужчины, правильно понимаешь? Да. Это день, да, да, понимаю. Это не само по себе, не само собой. Ты же не в Индии, не индус. Да. У нас тут и жены, какая-то местная ганга, говорит. Бомжанга, она меня не касается. Да. Да. Это мы сейчас говорим просто про то, как свою жизнь прожить мне. Ну что, в принципе, оно может подойти и кому-то еще, наверное. Да. А женщин ты чего возьмешь? Они хорошие, вот и все. Да, типа, да, вот. Ну да. Хорошо, вот влюбился, и вот это и есть обязанность. Влюбился, беречь надо теперь. Да. Ну да, да. Супружеский долг только не забывай, и тогда нормально. То есть, беречь от мужских дел, понимаешь, чтобы и супружеский долг, чтобы у нее побольше женственности вытекало в жизни. Что-то хорошее, что у нее было. Не, ну тогда же, если у меня, я, понимаешь, смотри, если у меня, ну, то есть ты для супружеского долга ты и женишься, а или у тебя расчет, это самое, конечно, денежный расчет, что ли? Типа фиктивный брак, да? Но все равно же как бы, ну, меня не касается. Все равно супружеский долг, понимаешь? То есть брак как мужское средство достижения своих целей, я имею в виду. Как-то странно. Что-то мужское в женском, какая-то стрёмность, понимаешь, какие-то отношения залезают в область бизнеса, в область там, где должно бы что-то создаваться, понимаешь? То есть, да, а там, если это женские какие-то вылизывания, да, понимаешь, да. Это очень объективно, понимаешь? То есть, если что-то ты умеешь, то ты умеешь. Вот ты умеешь играть на фортепиано, то умеешь. Значит, если ты артист, значит, ты артист, да, понимаешь? То есть, певец, например. Ну, чтобы тебе было понятно, смотри, ты, например, петь не умеешь, пришел в оперу, тебе дали главную роль. И что-то там, ты позориться только будешь, понимаешь? Или ты такой, там, не знаю, балалайчник, супер балалайчник, а на балалайку руки не брал ни разу, понимаешь? И выходишь на сцену, понимаешь, вот и все, точка. Это мужская тема, то есть и тут остается только отношения строить с кем-нибудь. Ой, ну что, граждане? И сразу же ты такой, хочется так, перед публикой, ой, ну что, ну я же хороший, ну что вы, ну честный суд, что-нибудь типа того, понимаешь? А это, вот и все, точка, понимаю. Ну, типа, да. Ну, мы же хорошие люди-то. Ну, вы же хорошие, мы же хорошие. Ну, все же нормально, да? Да, то есть, а это место, это женская тема, понимаешь, просто, да. Когда, где уметь ничего не надо, где только вылизывание. Причем отношения — это значит примаститься. Это значит, как бы сказать, приспособиться к другим, понимаешь? Да, то есть, это типа слабость, понимаешь? Но это хорошо, когда женщина этим занимается. Да, это...
до этого вообще весь мир расцветает, понимаешь? Начиная с нее, наверное. Ну, наверное, не знаю. Ну, согласись, ничего не так, что ли? Ну, так уж просто, балдыка. Я не знаю ничего, на самом деле, просто так говорю, да. Ну, да. Я про это говорю, то есть мужская тема очень объективная. Умеешь, значит умеешь. Если есть, вот дом построен, вот он стоит, дом, все, точка, есть, значит есть. Если да, если человека убили, значит все, нет человека. Если он живой, значит он живой. То есть как, да, типа того, и не надо никаких вот этих ваш. Да, 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 да. И все это стоит труда, оно само собой не дается. Любое дело это труд, понимаешь, даже если ты разговорщик какой-нибудь, да, это тоже навык, то есть оратор, например, да? Это тоже навык, который сам собой не дает, и определенные технологии. Это... Я не... Вы просто все злые, я имею в виду рекламщик какой-нибудь, не знаю, да, то есть этому тоже обучают, в принципе, даже, понимаешь? Да, понимаешь, то есть это все технологии, все это надо уметь, то есть ЧТД, понимаешь, а все женское, это все само собой, понимаешь, да? То есть то, что природа дала, если угодно, да, краса моя, да, то есть, да. Ничего уметь не надо, в принципе, да. Счастье зато, да, такое, да, понимаешь. Да, типа того. Ну так ведь, согласись, и правильно. Вот я и говорю, а ты хочешь сказать, что я отношения, что ли, строю? Я же предупредил, что поскольку я плохо играю, я пока готов, ну, как бы, чуть-чуть так примаститься, как бы, да, типа того, пока не научусь нормально. Кто-то готов всю жизнь заниматься отношениями, понимаешь, да? То есть, ну, они сразу же будут болеть и, как тебе сказать, и будут злыми очень. То есть будут делать зло. Буквально, да, да. Да, потому что отношения, они у мафии. Да? То есть у преступников, у паразитов. То есть вот паразиты строят отношения между собой. В том числе и солдафон. Простите уже отношения. Ну, там, бояре, гусары какие-нибудь, да? То есть там дружба какая-нибудь такая самая, да. Она не нужна зачем тебе, да, то есть дружба в потреблении, да. Но меня не касается это, не суть разговора. Не суть, да, да. Поэтому дружба, она дружба, а чтобы что-то созидать, надо быть объективным. Ну, ты хотя бы согласишься, что объективность — это мужская тема. Ну, я уж не знаю даже, что сказать-то. То есть объективность — это бизнес. Там, где есть деньги, мы друзья. Ну, можно просто по-вашему, я это не называю даже друзьями, да. А денег нету, все. То есть, как вы как сумасшедшие будете сидеть, чё, ты голодом, холодом будешь сидеть, что ли? Если денег, ну да, то есть, все, денег нету, разбежались туда, где деньги есть. Там, или надо создавать заново все. То есть соратники получаются, коллеги, типа, и то временные коллеги, понимаешь? Да, у каждого свои планы, потому что каждый сам себе голова. У каждого свои таланты, своя история пути, у каждого свои намерения, уж прости. Да, да, понимаю. И это нормально, понимаешь, и это не мерзко. Ну, не понимаю, ну, да это долго, да, не важно. Ну, поймешь, короче, ну, ты согласен в целом-то, да, что жизнь именно такая, понимаешь? И тут некого ничего говорить, что, вот знаешь, как это, да-да-да-да. Там, где деньги, там, да-да-да. Деньги – это святость, если угодно. Только мужская, исключительно. Счастье ко всему хорошему в тебе. Вот, да. Да, понимаю. Не, вот, понимаешь теперь, да. У нас, естественно, на... О, деньги это зло, понимаю. Так вот они одну единственную жизнь свою проживают. Да, если ты прислушаешься, там слышно все, что проскальзывает это, если бы тебе было. Ну, если бы у тебя глаза были, ты бы увидел. Ладно, не так, наоборот, конечно, вся жизнь, да, ходи светло, я такой, чернососное тьмо, пиздюкильное, да, ой, добренький, мы хорошо, да, потому что слабый, ничего, чтобы не работать, только ты это делаешь, чтобы ничего не делать, быть мужчиной, чтобы не быть мужского пола, а, ты, ну, он это имеет в виду, а, ты думаешь, я думаю, что это, значит, чтобы быть, не с мужчиной, а с женщиной меньше, да? То есть ты думаешь, надо женщину, как тебе сказать-то,
надо женские качества проявлять, чтобы женщины... Потому что женщины, мы не знаем, что такое женщина.